Spoštovane, spoštovani. Spoštovane, spoštovane, na tej FAO konferenci izpostavljam. Дамы и господа, эта сессия конференции ФАО поднимает одну из самых серьезных проблем, связанных с дефицитом воды и отсутствием гидрологической безопасности в сочетании с экстремальными погодными явлениями. И, несомненно, это является одним из угроз продовольственной безопасности и глобальной стабильности. Дамы и господа, эта сессия конференции ФАО поднимает одну из самых серьезных проблем, стоящих сегодня перед миром. Дефицит воды и отсутствие гидрологической безопасности в сочетании с экстремальными погодными явлениями, несомненно, являются одними из основных угроз продовольственной безопасности и глобальной стабильности. С каждым годом ситуация дополнительно усугубляется изменением климата. Гидрологические циклы меняются, осадки становятся непредсказуемыми, и ранее зеленые территории становятся засушливыми во время вегетационного периода из-за недостаточных запасов грунтовых вод. В один период года все чаще наблюдаются засухи, в другой – наводнения. Даже в умеренном климате, как, например, в Словении, сельскохозяйственное производство больше не может быть гарантировано без современных технологических решений. Для того, чтобы найти решение как можно быстрее, нам необходимо срочно внедрять инновационные технологии для сохранения и защиты водных ресурсов. Следует эффективно перерабатывать ливневые сточные воды, ускорить разработку методов использования нетрадиционных водных ресурсов. Нам необходимо улавливать воду, хранить ее в соответствующих резервуарах, искать способы пополнения водоносных горизонтов. Наша глобальная задача – интегрированное, эффективное управление водными ресурсами в энергетическом секторе, в окружающей среде, в сельском хозяйстве, а также в городском и сельском развитии. В этом отношении особое внимание должно уделяться потенциальному загрязнению воды. До недавнего времени в Словении не было серьезных проблем с питьевым водоснабжением, изменение климата, а также загрязнение воды и увеличение потребления воды повышают актуальность ответственного тщательного управления водными ресурсами. В Словении действует интегрированная система управления водными ресурсами, приоритетом которой являются устранение вредного воздействия на водные ресурсы, обеспечение качества воды, пригодного для использования человеком, поддержание природных экосистем и сохранение биоразнообразия. В настоящее время мы модернизируем ряд существующих ирригационных систем и пытаемся экономить воду для равномерного снабжения сельскохозяйственных угодий в течение вегетационного периода. Дамы и господа, мы столкнулись с серьезной проблемой обеспечить безопасное снабжение питьевой водой нынешнего и будущих поколений, а также достаточное количество воды для обеспечения продовольственной безопасности нашего населения. Это требует комплексного подхода и долгосрочного видения. ФАО призвано сыграть важную роль в этом отношении, поскольку руководящие принципы ФАО могут способствовать лучшему глобальному управлению водой.